Всем привет, меня зовут Алексей Кузнецов, я руководитель спортивного направления компании «Варгинес.нет». Мы пришли к нам друзья из Сочи и сейчас немножко поговорим про киберспорт, про танки, наши планы и будущее. Сейчас мы находимся на выставке «Игромир», где в рамках «Игромира» проходит финал второго сезона «Варгинес.нет». Лучшие 8 команд приехали сюда, и вот уже третий день подряд они сражаются. И завтра мы узнаем, кто же станет чемпионами, обладателем солидного курса, а именно $50 000. Но еще очень важный момент, это то, что мы узнаем, кто же получит заветные очки и сможет побороться за выход в гранд-финал, который пройдет, напомню, в следующем году, примерно в марте, следите за новостями. Кроме этого, кроме Wargaming Club, у нас проходит World Title Games, и мы узнаем, кто поедет в вот России. Это команда Red Rush Limited. Также мы скоро узнаем, кто поедет от Белоруссии и от Украины. За этим вы можете подключиться буквально в середине октября. 19 числа и 26-27 октября станет известно, что будет представлять Белоруссию и Украину на всемирных олимпийских играх по киберспорту. Ну и немножко планы на будущее. Мы уже работаем над тем, чтобы улучшать и улучшать постоянно как клиент игры, так и все, что связано с киберспортом. Буквально недавно мы анонсировали новый командный режим «Бой 7 на 7», где лучшие из лучших или просто вообще все любители командных боев, чтобы среднее, что выбрало между городами и родами, может побороться среди равных. Также улучшить свой личный рейтинг, который будет в будущем влиять на систему баланса. Все это ведет к постоянным тренировкам, тому, чтобы ваш скилл улучшался. И, конечно, чтобы вы гораздо лучше понимали то, что происходит на сцене в Wargaming.media. Всем спасибо за внимание. До встречи. Всем привет. Меня зовут Павел. Некоторые знают меня как Wild. Раньше я играл в танки. Сейчас тоже продолжаю играть, но более уже на любительском уровне. Я менеджер команды The Red. Представляю сейчас здесь на Игромире The Red Rush Unity. Могу коротко рассказать, что команда The Red — это киберспортивная команда. Включает из себя несколько дисциплин, такие как World of Tanks, League of Legends, ну и многие другие известные вам дисциплины. Вкратце могу рассказать то, что совершенно недавно у нас был проведен отборочный тур, где наша команда Red Rush Unity выиграла, естественно, они едут на ВСГ, Китай, в конце этого года, в конце ноября. Вот. Также едет туда команда, недавно присоединившаяся к нам по дисциплине League of Legends. Вот. Могу рассказать то, что мы крупная организация. Вот. Очень рады. Будем пригласить Гоху, включая то, что Гоху.ру, на наш буткемп, который мы будем проводить в конце этого месяца, в конце октября, здесь, в Москве. Вот. И вы собственными глазами сможете онлайн также увидеть, и вы, кто смотрит нас сейчас, сможете увидеть, как команда The Red готовится к ВСГ. Я Анатолий Борцов, Анатолий, я команда Red Rush Unity, и я играю в Капитана. Всем привет, я игрок команды Red Rush Unity, ник в игре Диадор, зовут Владимир. Играю в команде, так сказать, не очень долго, только 2-3. Я школьник из команды Unity. Ермаков Руслан Николаевич, главный, напрягаю нашего капитана-школьника. Иванов Максим, из города Кенинского, артовод ИТ-1. Я Капи. И все. Я Мурчик, игрок команды Unity. Булкин, игрок команды Unity, из города Санкт-Петербурга. Ну, кроме танков я играю в футбол, баскетбол, волейбол. Ну, а еще такая, как бы, компьютерная игра, которую я очень увлекаюсь, это Dota. Ну, я думаю, она много, многие в нее играют. Даже и те, кто играет в танки. Ну, на данный момент особо другими играми онлайн, по крайней мере, серьезно не увлекаюсь. Танки, по сути, занимают
95% всего времени, которое, можно сказать, выделяется на игры, да? А из хобби, скорее, просто спортзал. Играю во вторую доту и CSGO. Кроме танков играю в доту, страдаю ленью, ну, вот так вот. Ну, кроме танков больше ничего не играю, так только танки, и еще учусь. Ну, кроме танков играю немножко в доту, ну и в карты, когда с нами играет Булкин, потому что он всегда проигрывает, неприятно играть в карты. У меня небольшое разнообразие игр, играю помимо танков в Dota 2, ну и все вот. Кроме танков практически ни во что не играю, так, балуюсь, стратежки, ну, фон немножко. Ну, команда изначально собиралась как для турниров на ESL, ну, начало там неплохо получаться и начали ездить на другие турниры. Со временем некоторые люди отпадали и набирался новый состав. В итоге вот это вот... Боб-компания. Да, мы играем в танки, и у Wargaming есть еще две прекрасные игры. Это World of Warplanes и World of Warships, но мы ими не интересовались. Ну, максимум кто-то играл в бета-тест, и то там совсем чуть-чуть. Но в основном мы очень нацелены на танки. Так, по поводу киберспорта в танках и в целом по поводу всего киберспорта, мы знаем такие игры, как Dota 2, LoL, CSGO и танки. Ну, по моему мнению, это топ-4 игры, которые вообще в спорте. Dota, ну, у нее там свои заморочки, как это происходит. Там слово посложнее, но это вот две игры, которые сейчас более-менее самые популярные. Дальше я думаю поставить танки, потому что это самая быстрая игра, которая смогла развиться так быстро, что, по-моему, никто так не развивался, как танки. И, ну, через год-два это будет вообще что-то, ну, будет чудо. Ну, всем начинающим игрокам советую... Ну, во-первых, это, если вы чего-то хотите достигнуть, это обязательно нужно поставить цель. Второе, это нужно много-много думать, потому что тактики это более танки, точнее, это более тактическая игра, чем сам CSGO. Тут нужно очень много Thank you.